Ну и? Что вы скажете на то, чтобы отправиться в горы на Рождество? С Грейс. Она очень хочет узнать вас поближе, ребята. Это шапка нашей мамы. Простите, я... Ты в порядке? Я не хочу оставлять тебя здесь с детьми, если ты к этому не готова. Все будет прекрасно. Это ведь моя идея была. Всего лишь пара дней, я продержусь пару дней. Ну ладно, ребята, я поехал. Веселитесь. Что это такое? Массовое самоубийство в культе. 12-летняя девочка, единственная уцелевшая. Это Грейс. Они все покончили с собой ради нее. Покайтесь и обретете спасение. Ребята! Наши отношения очень некомфортные. Но мы вместе застряли в одном доме. От режиссеров фильма «Доброй ночи, мамочка». Что это такое? Электричества нет. Где мои вещи? В этом нет никакого смысла. Что? Я что-то слышала. Покайтесь. Покайтесь в своих грехах. Эй, следующий великолепный фильм ужасов уже снят. Вы это сделали? Мы ничего не делали. Настоящая нервотрепка. Мы уезжаем. О чем ты говоришь? Ты выгляни в окно, мы здесь застряли. Фильм ужасов, который выводит из равновесия. Боже, пожалуйста, помоги мне. Принципиально новые ужасы. Чертовски страшно. Врезается в память. Неумолимый. Шокирующий. Все хорошо. Грех. Доверьтесь мне. Покайся. Вам нечего бояться. Дом в горах. Скоро на экранах.